збірпольотів. Чесна і відверта розмова на телеканалі «Інтер». Цієї осені в Україні розгорівся справжній порноскандал. Зірку дорослого кіно звинувачують в аморальності і хочуть позбавити права виховувати власних дітей. Отже, громадськість проти зірки порножанру. Увага на екрани. Анастасія Гришай, вона ж Візка, віднедавна відома українська порнозірка. Відрізняє її від колег по цеху те, що вона ані трохи не приховує своєї професії. У мене, я не вважала, скільки фільмів, але я думаю, около 30, мабуть, є, може бути, і більше. Він голова Ради директорів Інституту політичних, соціологічних та маркетологічних досліджень. Володимир Бондаренко проти порнографії загалом та проти Візки, зокрема. Я всегда в жизни пытаюсь бороться с проявлениями проституции, порнографии и статьями, и обращением милиции, обращением к депутатам. Цього разу Володимир Бондаренко письмово звернувся до нардепів. Він звинувачує Анастасію і її чоловіка у виготовленні та розповсюдженні порнографії, а також у можливому долученні до порнографічних сцен їхніх малолітніх дітей. Перед тим, як написати обращення, зайшов в інтернет, і, звісно, для того, щоб проілюструвати своє обращення, з інтернету взяв першу попавшуюся продукцію, ось цю дрянь, яку я от у вас на глазах бросаю в мусорне відро. Там є місце, в цьому мусорному відрі місце і самої Анастасії. А не на страницях газет, пускай навіть і бульварних. Володимир Бондаренко звернувся до депутатів. Ті – до Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ. А зрештою, у рідному місті Насті, Феодосії, було порушено кримінальну справу за статтею виготовлення та розповсюдження порноматеріалів, а також демонстрація їх неповнолітнім. Щоправда, прізвище підозрюваних правоохоронці дипломатично не повідомляють. Ані депутатам, ані Володимиру Бондаренку невідомий той факт, що порнокар'єра Візки залишилася у минулому. Зараз Анастасія – турботлива дружина та любляча матір. Снимаюсь уже, как забеременела вторым ребенком. То есть, как наступила беременность, так и закончила с этим. Про депутатське звернення Анастасія говорить з усмішкою на обличчі. Та коли мова заходить про позбавлення батьківських прав, стає не до сміху. Про непристойне сьогодні у розборі польотів будуть говорити наші гості, наші експерти. Отже, колишній редактор журналу «Playboy» Влад Фісун. Руслана Писанка, наша улюблена актриса. Вона знялася у першому в Україні еротичному фільмі та режисер стрічки «Кілька любовних історій» Андрій Бенкендорф. І дівчина журналу «Playboy» Женя Дьордійчук. Ну і в нашій студії головний борець за мораль. Зустрічайте, Володимир Олександрович Бондаренко в нашій студії сьогодні. Добрий день. Здравствуйте, Володимир Олександрович. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо большое. А что так заинтересовались вы порнопродукцией, признайтесь честно? Я думаю, что... Присаживайтесь. Спасибо большое. Я думаю, что... Даже декорации рухнули в Интере, когда здесь появилась порно-проститутка, сюда, значит, рискнула прийти. Вот, действительно, земля должна была рухнуть под ней. Я за эротику, за другие виды искусства, но против разврата, развращения нашей молодежи. Это уголовно наказуемое преступление. А вы откуда узнали про актрису? Она везде, на всех обложках, на всех журналах. И актрисой я ее не считаю, я ее считаю порно-шлюхой. Андрей Александрович, я вижу, вы негодуете. Не, почему я негодую? Я просто странно слушаю товарища. Вот, потому что... Во-первых, что такое порно-проститутка? Для меня это странная штука, да? Это мое ноу-хау будет всегда. Не, извините, мне интересно знать. Все-таки, вот был вопрос задан довольно интересный. А как вы к этому пришли? Вот как вы
надыбали. Вот я не знал, я честно говорю, я не знал. С удовольствием вам расскажу. Да, пожалуйста. Я в жизни, и об этом немножко уже шла речь подводки. У меня чисто по-человечески, и думаю, вас и ваших друзей возмущает реклама порнопродукции и вообще разврата и пошлости на телевидении. И яркий самый случай хочу... Буквально два привести. Даже анекдоты о том, что якобы валютная героиня социалистического труда завидует валютной проститутке, потому что та якобы больше получает. Меня возмущает, потому что понятно, что смысл-то жизни героини Украины, героини труда в другом. Не в проституции, не в порнографии. Извините, ради бога меня. Вообще, мне так кажется, что секс, да, он занимает в нашей жизни в определенном возрасте, ну, 80%, да. Есть люди, которым это интересно. Ну и слава богу, ну это их право смотреть, мне так кажется. Вы знаете как, это порнофильм. Это вы можете его захотели и смотрите. Вы его не показываете аудитории, да? Это ваше личное дело. Вы захотели, почему? Ну, вы такой, что надыбали эту самую вот девушку. Андрей Александрович, мы сейчас с ней познакомимся ближе, потому да, что Анастасия Гришай сегодня в нашей студии, сама героиня порно-кино. Что думает о своей профессии, о своем призвании сама Настя? Встречайте, она в нашей студии. Здравствуйте, Настя. Ну вот называют, по сути, вашу профессию проституцией. И как с оппонентами вы боретесь теперь? Я думаю, что оппонент перепутал слова. Порно-актриса и проститутка. Это абсолютно разные вещи. И как можно... Одно и то было же. Такое... Порно-проститутка берет деньги за обслуживание других. И... Порно-актриса берет деньги. Извините, ради бога, но Чичелина, такая итальянская, да, актриса порно, она депутат парламента. Но вы понимаете, нету такой профессии, как порно-шлюха. Этого нету, ну, ни в одном словаре. Я не знаю, где вы и как вы придумали это, занимаясь социологией, политикой и маркетингом, как следует из названия вашего института. Но что такое порношлюха, честно, я вот пока не понял. Наверное, ну, в моем убеждении, когда развращаешь молодежь, когда пропагандируешь порнографию, в моем убеждении это как раз и является это определение. Пускай это будет неологизм, может быть, Настя, он и останется. Ну, наверное, порношлюха — это вот хорошая рифма для ваших стихов, да? Может быть. Да, может быть. Может. Настя, какое у вас образование? У меня... среднее образование, и я училась в университете культуры и искусства на режиссуре. Начала сниматься я с 18 лет. Как было сказано в сюжете, я уже не снимаюсь. То есть со второй беременностью я закончила со своими съемками и воспитываю детей. Сегодня вы воспитываете детей. Моя детей. Профессия сейчас на данный момент мать двоих детей. Владимир Александрович. Да. Сколько фильмов с участием Насти вы посмотрели? Ноль. Ноль фильмов? Фильмов, да. Вы выбрасывали что-то там в мусорное ведро, вы же что-то выбрасывали. Вы сказали, вы видели, смотрели. Я выбрасывал анонсы этих фильмов с сайтов. И более того, я не согласен, что профессия Анастасии сейчас быть матерью двоих детей. Вот с интернета новый фильм с ее участием. Датируется 2010 годом. В интернете есть и фильмы 2009 года. И 8, и 7, и 11 будет. Да, потому что поэтому, снято очень много поэтому фильмов. Поэтому не прекратила на этим заниматься. А вот ее муженек, который занимается подобным порно-бизнесом и находится на многих сайтах. Кондратенко его фамилия. И да. Это не реклама, это обличение. Владимир Александрович, вот это вы семейки. Публично обличаете с какой целью? Вы требуете публичного наказания, что? Как... Я думаю, что он хочет... Я требую, безусловно, публичного наказания.
или, по крайней мере, медицинского освидетельствования. Я считаю, если этим занимаются не в здравом уме, то это требует наказания. И если они хотят, как они об этом заявляют, покинуть страну, пожалуйста, после отбытия наказания. А если мы этим занимаемся в здравом уме? Если в здравом уме, я же и говорю об этом, то это наказание. А если на психическом уме, пожалуйста, в психушку. Я вообще стесняюсь спросить. Дядечка, у вас какие-то личные какие-то неприязни к этому человеку, а? У меня нет. К вашему сведению, подождите, да. Можно мне высказаться до конца, а потом уже. К вашему сведению, за рубежом, это совершенно адекватный, совершенно нормальный путь зарабатывания денег. Просто в шоу-бизнесе люди ходят ухаживают за своим телом. Вот я просто спрашиваю, что случилось в вашей жизни, что вы столь вульгарно проститутками и всем остальным. Люди зарабатывают деньги. Люди ухаживают своим телом. И проституция продолжает заниматься. Да какой проституция? Для порно-сайта продолжает. Вы знаете, как в шоу-бизнесе снимаются все эти передачи, все эти фильмы и все остальное. Если вы говорите про совращение молодежи, то знайте, что надо воспитывать детей, чтобы они не смотрели. А те, кому интересно, смотрят те, кому интересно. И что вы делаете для того, чтобы... Мне неинтересно, я не смотрю. Мне когда сказали, что придет человек, который написал на меня заявление, и я отослал депутатам, я, если честно, испугалась сначала. Думаю, ну вот сейчас увижу такого вот какого-то влиятельного человека. На самом деле, мне даже сейчас уже смешно, честно вам скажу. Моя версия, то, что там написано, то, что вы там написали и подписались депутаты, это, конечно, полный бред. То, что там написано, что мы и распространяем порнографию. Какой же бред? Разве, участвуя в съемках, вы не пропагандируете продукт, не участвуете в изготовлении? Участвуя в съемках, вы участвуете в изготовлении, давая постоянную интервью и саморекламу, вы участвуете в пропаганде порнографии. Человек, поэтому вы заслуживаете человек рекламирует наказания. Алкоголь. Он пропагандирует алкоголизм? Если рекламирует, конечно, пропагандирует. Руслана, это согласится любой. Присоединяйтесь. Давайте дайте микрофон Руслане. Я вижу и слышу, что это мама двоих детей. Она в семье сохраняет отношения с мужем. И мне кажется, что на сегодняшний день это важнее того, чем, возможно, она занималась до этого. Понимаете, здесь еще такая очень важная вещь. Это закрытая ниша, да? Это я взял, посмотрел я. Дорогие мои, а посмотрите, пожалуйста, на нашу рекламу, да, которая висит. Вот это называется порнография. Сосу за копейки. Это реклама пылесоса. Я ее вижу. Даю в рассрочку, подсказываю вам. Даю в рассрочку. А, даю в рассрочку 15 раз. Ребята, ну, вот это порнуха, да? Это пошлость это, все-таки. Нет, это даже не пошлость, это порнуха. А второе, надо еще понять. Порнуха – это нехорошо, скажем, да? Но опять-таки есть люди, которым это интересно. Нехорошо ковыряться в носу. Нехорошо, да? А я люблю ковыряться в носу. Я один дома, я ковыряюсь в носу. Понимаете? Знаете, то же самое и порнуха. Простите, можно я только чуть-чуть вмешаюсь? Дело в том, что мы можем с вами сколь угодно сейчас рассуждать о том, хорошо это или нехорошо, но любой человек, который делает бизнес на сегодняшний день в интернете, абсолютно любой человек, совершенно четко вам может предоставить статистику, самую простую. Американцы ее не скрывают. У них топ-10 сайтов – это топ-10 порно-сайтов. Настя, ваша версия, какая цель Владимира Александровича вот в этом желании вас публично наказать? Вот именно, что публично наказать, наверное, пиар. Себя про Настя, пиар. Он к вам случайно не приставал? Нет, я впервые вижу. А я думала, может, вы просто отказали ему, и поэтому... На меня наговаривают. Кстати, такие были. А что, это возможно, думаете? Возможно, почему... Микрофон. Почему возможно? Находятся такие мужчины, которые, если ты им отказываешь... Так. Им это не нравится. Они пытаются всячески помешать тебе в жизни. Тем более, если эти мужчины влиятельные. Но так как я являюсь эротической моделью, да, тоже известное лицо, то тебя находят люди, конечно же, с разными предложениями. Так. Вот. И стоит тебе как-то так
махнуть хвостом, конечно же, для мужчин это удар по их самолюбию, и тем более, если этот мужчина богат, влиятелен. Я так понимаю, по этой причине вы чаще всего появляетесь с адвокатом на телевизионных программах. Сегодня адвокат Насти тоже у нас в студии. Денис Овчаров в программе «Разбор полетов». Здравствуйте, Денис. Денис, насколько вы считаете серьезно это дело? Что инкриминирует Насте и что ей грозит? Изначально нужно определить по позициям, да? Вот мы говорим, что проституция. Если вы знаете, в Уголовном кодексе есть статья «Проституция декриминализирована». То есть 34-я статья, которая раньше была наказание занятия проституцией, ее такой нет. Это административное правонарушение. То есть максимум, что за это можно получить, это 15 суток. То есть реально девушка выходит на панель, ее снимают, максимум, что может быть, это 15 суток. И то, если докажут факт съема, что была проплачена сумма, и докажут, что был вообще клиент на самом деле. Здесь же ситуация какая? Тут статья 304. Это хранение и распространение порнографии с целью сбыта. Правда, нашли у Насти большое количество порнопродукции. Настя утверждает, ничего что не было как такового обыска в квартире. То, что она сделала, она просто предоставила свой ноутбук правоохранительным органам, чтобы они посмотрели, есть ли там что-либо, что может указывать на порнографию. То есть изначально, когда было заявление от народных депутатов Украины, которые спустили Министерство внутренних дел, а потом спустили Феодосию, чтобы рассматривать, что было указано? Что якобы она занимается проституцией, вовлекает туда своих несовершеннолетних детей, хранит и распространяет порнографию. То есть милиция что делает? Она вызывает ее, чтобы она дала пояснение по данному заявлению. Ее просили, она сказала, что извините, съемки были давно, проституцией я не занимаюсь, потому что проституция и порнография — это абсолютно разные вещи. И дома я порнографию не храню. Вот вам мой ноутбук, пожалуйста, смотрите. Если у вас есть какая-то информация об этом, разбирайтесь. Стратегия защиты ваша какова будет? Стратегия защиты какова? Во-первых, сейчас мы выясняем, в какой стадии находится сейчас дело. Почему? Потому что на данный момент никакого обвинения ей не предъявлено. То есть сейчас максимум, кто она является по делу, это свидетель. То есть милиция, чтобы яро не выходить на публику с таким громогласным заявлением, возбудила уголовное дело по факту, что якобы было хранение и распространение порнографии. Ее привлекли как свидетеля по этому делу. И все. Дальше скажите, Денис, вы вот почему взялись за это дело? Вы знаете, во-первых, я почему занялся, само дело неординарное. То есть, ну, разное бывает. Я как по своей специальности, ну, не с таким сталкивался. Но здесь настолько банально все и безграмотно все сделано, что я решил, что почему нет? То есть осуждать Настю, чем она занимается, это не мое право. Но помочь ей как юрист, как адвокат, это моя обязанность. Настя, ну вы сказали, что вы впервые получили предложение сниматься в кино, когда вам было 18 лет, да? Ну что сподвигло вас вот согласиться вас? Обстоятельства так сложились жизненные, и я другого способа не нашла обеспечить себя, ребенка. Где вот. Вы были в этот период? В Киеве. В Киеве? Да. У вас уже был ребенок? Да, у меня сколько был ребенок. Сколько было лет вашему ребенку? Ребенку был годик. Так. Я до этого работала просто эротической моделью. Мое резюме висело в интернете, я как модель. Кто первая компания, которая пригласила вас? Это американская компания Cineplex. Вот мы сейчас видим, да, это вот первые практически ваши съемки, ваши первые работы. Скажем честно, не первые. Кто был рядом с вами в этот период? Вы с кем-то советовались или вы самостоятельно приняли это решение? Я самостоятельно приняла решение, и причем я должна была это решение принять в течение одного дня. Не с кем было посоветоваться. Вы были в браке в тот момент? Официально нет. Муж на тот момент находился в местах лишения свободы. То есть в тюрьме. Так. Но каким-то образом он помогал? Или вы считали, что не нужно с ним советоваться? Во-первых, он никак не мог мне помочь. Так. Ни морально, ни материально, тем более. Угу. Связаться у меня с ним не было возможности. Он узнал о моих съемках уже, когда я к нему приехала и рассказала. Какова была его реакция, мы сейчас узнаем, потому что Александр Гришай сегодня в разборе полетов. Здравствуйте, Саш. Ну вот сейчас наши зрители смотрят и думают, боже, как он мог позволить вообще все это? Какова была ваша реакция, когда вы узнали о решении, Настя? Я не мог позволить, так сложились обстоятельства. Так. И от меня не зависело. Все, что я мог сделать, это порадоваться за
Настю, что она нашла заработок. У мужчины должна быть какая-то такая здоровая ревность. Это почему вдруг она приняла такое решение самостоятельно? Дать волю своей ревности и обречь на голодную смерть? По какой статье вы были осуждены, я могу спросить? Это была статья 194, часть 2, заказ поджога автомобиля одного из адвокатов-аферистов, мошенников. Так. Он и сейчас работает в Киеве, но на тот момент я ничего не мог поделать против лжеправосудия. У нас хотели отобрать дом, имущество, на все был наложен арест. Хотели отобрать буквально все. Сегодня вы узаконили свои отношения? В каком статусе вы пребываете? Кто вы друг, муж, друг для друга? Муж и жена. Мы не так давно узаконили наши отношения, наконец-таки, да. Скажите, вот ваша первая реакция, Настя рассказала вам о том, что она снимается в подобных проектах, и что вы сказали, Настя? Что, вы помните, что Саша вам сказал? Это было не один год назад, честно говоря, дословно не помню. Так. Но Настя смогла оплатить квартиру в Киеве. Учебу. Учебу свою. Все. Угу. Накормить ребенка. Скажите и себя. Мне, вот ваша первая реакция, вот. Вот я далека от мысли, что вы сразу подумали, ну, молодец, сейчас благосостояние поправим. Вот. Если так напрячь память, ну, не было ревности. Я скажу, я помню просто этот день, когда я к нему приехала на свидание и рассказала, что вот я ездила на съемки, снималась. Первая реакция, а расскажи как. То есть ему было интересно, потому что чисто по-мужски, да. Саш, а правда, что вы пытались жаловаться на супругу, писать первую жалобу, что это за история? Или это вымышленное? Что... Это такая история. Да, такая история. Ну хорошо, я расскажу об этом. Так получилось, что в последний год моей, как это называется, отсидки, я освободился в 2007 году. Так сложились обстоятельства, что Настя не смогла приезжать. Ну и... Обстоятельства. И не смогла... извещать меня письмами, что случилось. И в один момент я подумал о том, что Настя сможет остаться за границей с ребенком, а я ничего не смогу сделать. И таким образом я пытался как-то пресечь как бы выезд за границу, потому что я находился вне информации, я ничего не знал абсолютно, это Настина упущение, ошибка, так не надо было делать. Но когда я вышел... Мы все оговорили, обговорили и пришли к единому знаменателю, и все наладилось. Вот они, мужчины, понимаете? Не корости ради, кто-то еще хочет высказаться? Я как женщина, как мать, я бы не хотела, чтобы мои дети смотрели и занимались таким видом работы. Это вообще не работа. Руки, ноги есть, можно зарабатывать нормальной работой и работать на нормальной работе. Это как ты себя ценишь, как я тоже ты себя... Я тоже не хотела, чтобы мои Если дети этим мы должны занимались. Идти за Америкой, и мы должны делать то, что нам диктует Америка, или мы будем независимой страной, и мы будем восстанавливать страну. Сколько людей нуждающихся... Ладно, если бы вы зарабатывали для детей нуждающихся, но вы же для себя зарабатываете еще таким способом. Настя, ну, тема детей во всей этой истории, это, конечно, самое больное место, да, потому что тот, кто хочет ударить побольнее, об этом обязательно вспомнит. Но я так понимаю, что вы не делаете тайны из вашего прошлого для своих детей. Во-первых, мои дети... настолько еще маленькие, что они ничего не понимают и не спрашивают. Тайну мы делаем из этого. Мы не показываем детям порнографию, и я не рассказываю им, чем я занимаюсь. В нашем жилище это не... на слово «порно» наложен табу, наложено, мораторий на его произношение. Наши дети не знают, что это такое. Я не знаю, что тут хорошо. Или вы сами об этом расскажете, или эта информация просочится, они услышат об этом от кого-то другого. Я сама не посажу ребенка и не скажу, знаешь... Мой любимый сын. Вот мама когда-то тем-то и тем-то занималась. Я надеюсь, что мой ребенок не узнает об этом. Угу. А если он узнает об этом, то сколько я ему расскажу, как было и почему так получилось. Сколько вашим детям сегодня? Старшему 8, младшему 2,5. Своими действиями эта семейка развращает других детей и всю молодежь. Так, и самый интересный поворот задал вот адвокат, если очень интересный. Этот поворот в том, что эту деятельность крышует наша доблестная милиция. Ведь порнобизнес настолько прибыльный, как и наркомания.
Вы поймите, изначально законопроект о борьбе с порнографией, народных депутатов, закон о борьбе с порнографией принимался для того, чтобы не было детской порнографии. В интернет. Следствие не ведется, до сих пор даже не произошел обыск. И получается, что вот феодосийская милиция под руководством, по-моему, Просянюка крышует это дело. Да это не крышует, это абсурдное дело. Вы поймите, изначально позиция порнографии – хранение целью сбыта. То есть она мало того, что должна себя дома это хранить, она должна это продавать, распространять. Как они докажут, что она распространяла? Но фотография... это следствие должно вести хоть какую-то работу. Она не везет. Следствие проверило. Следствие за мной не пояснило. Следствие посмотрело ее ноутбук. Проверило, даже обыска не был проведен. На каком основании? Сейчас будет... что мы решаем? Наказать девушку, да? Или помочь мужчине как-то наказать, может быть, не только девушку, которая снималась... Сейчас я не говорю о своем отношении к этому виду, как говорится, не искусство. Потому что тогда нужно наказать всех участников всех фильмов такого содержания. Нужно просто всковырнуть, как говорится, весь мир и всех наказать. Там, как считается, вот там, да, когда мы становимся уже перед вратами какими-то, да, то там каждый лично несет ответственность за то, что он делал здесь. Вспомнила историю о том, что когда я снялась у Андрея Александровича Бенкендорфа, любимого мной режиссера и многими в фильме «Несколько любовных историй» по Декамерону. Да, это были поучительные и немного эротические истории. После этого я получила предложение... Руслан, мы сейчас немножко проиллюстрируем. Да, вот пока замечательно. У нас есть небольшая иллюстрация. Я скажу, что на самом деле они были достаточно безобидные. Я могу говорить или посмотрим? Давайте говорить. Сцены безобидные, они... конечно, эротичные, но ничего такого, знаете, того, что нельзя смотреть детям, там не было. Ой. Так свежи воспоминания у Руслана. Свежи. Знаете, прямо вот на этой, да, вот практически вот на этом месте снималась эта сцена. Что потом? Да, так вот, после этого мне позвонили люди, которых я не знала, и предложили сниматься вот в таком вот не искусстве, да, так сказать, эротика наоборот, пожестче. Это было, слава богу, в 1994 году. Это было время преобразований, каких-то нововведений. Украина только стала независимой. Мне предложили на тот момент сумму, за которую я могла бы купить квартиру. На самом деле была большая сумма. Но, вы знаете, я отказалась. Это было мое решение, потому что я подумала, что... У меня есть очень большой ресурс, запас талантов, которыми я могу заработать. И отказалась, потому что мне казалось, что на этом моя творческая карьера будет окончена и будет скандал. Но это мой выбор. Возможно, у Насти, Насте показалось, что, наверное, это ее главный талант, и она им может заработать деньги. Никто не сказал, что мать... не может любым способом заработать деньги для того, чтобы накормить своего ребенка. И если она встала перед такой дилеммой, либо ребенок умирает голодной смертью, либо она идет зарабатывать туда. Потому что, видимо, других талантов у нее нет. Осуждать ее за это не нужно. Ваши родители, ваши родственники, как реагировали? Мои родители отнеслись к этому не очень хорошо, слава будет сказано. Так. Ну, я думаю, что все равно я остаюсь для них дочерью, любимой дочкой. Но вы общаетесь сегодня с вашими родителями? Поскольку, да, мы сейчас просто и далеко друг от друга находимся, и... Ну, так. Но не совсем такие теплые отношения, как мне хотелось бы, но общаемся. То есть с вашими родителями у вас не такие отношения, которых бы вы мечтали для своих детей, да? С детства никогда не было теплых отношений. Почему? Поэтому... Видимо, такое воспитание, не знаю. Вы единственный ребенок? Нет, у меня еще сестра есть. А что вот вам казалось, нужно было бы вашим родителям исправить в отношении к вам? Наверное, больше любви родительской. Чем ваши родители занимались? Обычный рабочий класс. Работали с утра до ночи. Практически мы с сестрой находились, то есть сами себя воспитывали, можно сказать. Воспитала нас улица. Вот они были реально озабочены, где взять не просто деньги, а где взять хлеба. А ваша сестра чем занимается? Вы дружите? Да, с сестрой мы дружим, она живет в Киеве, и у нас с сестрой замечательные отношения.
Она сейчас в декрете. Она не отговаривала вас, вот когда вы в 18 лет принимали такое важное решение? Она не знала. Она узнала об этом тоже, когда вот в СМИ все это. А чего вы не рассказали сестре? Не знаю, стыдно, наверное, было. Да? Да. Мы сейчас посмотрим один материал, после чего продолжим разговор. Это будет мнение одного из депутатов, которые, кстати, поставили, да, подписи в этом обличительном письме. Давайте посмотрим. Украинская женщина знает, что такое великая любовь, подвижничество. И украинская женщина, если хотите, знает, что интим – это удел двоих, а не на показ. К огромному сожалению, это все случилось. И вы знаете, меня даже более того шокировала эта молодая особь, если ее так назвать. Потому что прийти проститутке, в данном случае, которая в порно-бизнесе снималась, и это доказано, прийти на площадь перед Верховным Советом, перед верующими, которые стоят здесь годами, защищают свои права, и прийти, и то мракобесие вылить, что она представитель вот такой-то порно-профессии, в конечном итоге речь не идет о моем поколении. Нас уже не совратишь. Но речь идет о том, что... Ну, кстати, Леонид Грач рассказывал, что он смотрел парочку моих фильмов. И, естественно, это все влияет на окончательно на другие вещи, на моральную составляющую, на которой всегда держалась и образовывалась семья, которая достойно воспитывала своих детей и передавала высшие, лучшие чувства, которые нужно для каждого из нас. Андрей Александрович, так что, есть в Украине поколение, которое не совратить уже? Да, это вот, наверное, есть, как я понимаю, есть. Я противник порнографии. Я считаю, что эротика – это вполне достаточно. Порно – это, ну, это уж, ну, это не искусство, да, это... Извращение. Почему извращение? Разврат. Потому что когда... Нет, ну нельзя. Я занимаюсь и имею детей. Но вот эти ребята, они страну... Для удовольствия. Для удовольствия. Хуже, чем порно. А это не извращение, это все люди. Задайте секс для удовольствия. Ну так разберитесь сначала в себе. Вы в себе тоже разберитесь. А я в себе разобралась уже очень давно. Я знаю, что я делаю, зачем я делаю. Очень хорошо, что вы в себе разобрались. Жень, вот самое сложное – принять решение, что ты в этом бизнесе, мне кажется. Вот потому что она сейчас призналась, что вот сестре не сказала, да, потому что вот это смятение, осудят, да. Вот вы когда снимаетесь, вы по сути девушка плейбой, да? Я не только девушка плейбой, почему? Я начинала сначала с интернета. Так. У меня есть очень откровенные съемки. Вот по сути то, что мы сегодня видели, да, у меня есть таких очень много фотографий. У меня, конечно же, не было никогда порно-съемок, я не снималась никогда в паре с мужчинами, не было секса на камеру, да. Но очень откровенные фотографии есть. Я вам скажу, у меня просто немножко другая ситуация была. Я когда начинала сниматься, я снималась изначально только то. И уже потом, с моментом взросления, да, моего, я захотела большего. Не потому, что мне нужны были деньги. Я захотела обнажиться полностью, потому что я повзрослела. И мои желания тоже повзрослели. Не потому, что меня к этому толкала нужда какая-то, нет. И я до сих пор продолжаю сниматься, мне это очень нравится. Не для того, чтобы прокормить своих детей. Я получаю от этого удовольствие. Ну, Жень, вы же занимаетесь эротикой. И это а где грань? Подождите, я снимаюсь, можно, да, жестко? Я Конечно. Снимаюсь без трусов. Да, это эротика. Это эротика? Это эротика. А если я сижу без трусов вот так, и у меня все видно, это эротика? Научные критерии. А у нас это в стране называют, порнографией почему-то. Есть четкие определения. Если иногда относятся к порномоделям. Мы будем наслаждаться. Но если порнография, я и мы это не остановим, то дальше будет скотоложество. Я вам скажу в этой студии одно. Представитель вот скотоложества. Дальше будет некрофилия. Нет? Это тоже извращение. Какие порнография? Это развращение. Но порнография это не извращение. Вы понимаете? Это уголовно наказуемо. И они продолжают этим заниматься. Есть, к сожалению, один очень гибкий критерий, который у каждого из нас установлен или смещается иногда, который называется мораль. И, к сожалению, для кого-то несколько любовных историй – это тоже неприемлемое кино. А для кого-то, в принципе, такой фильм, от которого, ну, любого, наверное, из присутствующих здесь людей вывернет наружу, и мы не сможем просто сидеть это смотреть. Кому-то это доставляет удовольствие. Есть очень жесткий жанр в кинематографе.
И это просто уголовно наказуемые дела, которые не обсуждаются. Как ваш фильм принимали? Может быть, это просто неготовность общества? Вы знаете, во-первых, это было сложно, действительно сложно, потому что это был первый фильм на постсоветском пространстве, где, допустим, такой актер, как Армен Борисович Джигарханян, который снимался, мой друг, он, когда приехал на съемку, сказал: Андрей, а Труханы снимать? Я говорю, ему не надо было. Я говорю: Армен, сними, потому что у меня актеры за резинку держатся все. Армен пришел, снял это самое... Все нормально. И зритель, по-моему, его воспринял хорошо. Вот, понимаете, эротика, это занимает в человеке, в любом, даже у товарища Грача, по-моему, да, она тоже занимает огромный процент его жизни. Порно, я считаю, это плохо. Ну, вот мое мнение такое. Может, потому что я никогда не снимал порно. Вот. Но, и слава богу, Андрей Александрович. Не знаю, может быть, я снял бы такой прекрасный так, порно. Так, спокойно. Вот, я понимаю девушку, женщину, я понимаю ее, я за нее двумя руками и прочее, прочее. Спасибо. То есть она умела и делала, сказать, молодец. Андрей Александрович. Зарабатывала деньги. Одну минуту, да. Я закончу. Вот молодого человека я понять не могу, хоть убейте меня, хоть режьте меня. Этого я понять не могу. Может, потому что... Во мне какой-то мужчина говорит, черт бабушку знает, не знаю. Что именно вы осуждаете? Ну, я не могу понять, как воспринял, как ну, вот моя девушка, моя женщина, да, вдруг мне такое говорит, как бы я это воспринял? Да я не знаю. Вы не забывайте, что муж находился в местах лишения свободы. Он никак да не где бы я ни находился, на Марсе, ребенок мой, дорогой. Ну, не знаю, я к вам отношусь с уважением. Вот, к молодому человеку я никакого уважения не испытываю, извините меня. Саш, скажите, да, Руслан. Юль, я хотела просто еще вдогонку и поддержать Андрея Саныча и свою версию определения порно и эротики дать. Мне кажется, что эротика воздействует на нашу душу, на какие-то высокие материи, да, в нашем, в человеческом сознании. Я защищаю эротику, потому что, во-первых, я снималась в эротическом фильме, и мы знаем очень много примеров и американских, и французских, и итальянских фильмов, где есть эротика, которая пробуждает фантазию, чтобы было понятно, пробуждает желание жить. А порно пробуждает желание только сделать вот эту, знаете, сброс вот этой вот самой энергии, да, и самой низкой. Низменное и возвышенное. Да, низменное и возвышенное, да. То есть все-таки кому-то хочется иногда побыть животным, а кому-то захочется побыть художником и поэтом. Угу. Поэтому вот такое различие для меня. Я вот преклоняюсь перед мнением таких высоких артистов, как Русланочка, как Андрей Александрович. Андрей Александрович вспомнил Чичелину небезызвестную. Давайте напомним, как это было. У человека политическая карьера состоялась. Внимание на экран. Анна Ілона Шталлер або просто Чичеліна – перша зірка дорослого кіно, що виграла вибори і стала депутатом італійського парламенту. Наприкінці 70-х минулого століття Ілона підтримувала партію «Зелених», згодом змінила вподобання і долучилася до радикалів. І весь цей час активно демонструвала свої принади у жорсткому порно. У 1987-му за неї проголосували 20 тисяч виборців округу Лаціо, так вона і потрапила до парламенту. А вже за кілька років Чичеліна створила власну політичну силу – партію любові. Чичеліна політик завжди була проти атомної енергетики, насильства, смертної кари та жорсткого ставлення до тварин. Натомість підтримувала право на секс у тюрмах, легалізацію наркотиків та боротьбу з цензурою. Зараз приклад Чичеліни наслідує інша італійка. Порноактриса Федеріка Зарі прийшла до парламенту за списком партії Сильвіо Берлусконі. Ну, господин Бондаренко, как вам такие депутаты? Как вам такой парламент? Для меня это предел падения, значит, итальянского общества. А в нашем украинском обществе проституткам вот пока не удается. Настя, Чичеліна шокировала очень многих своими заявлениями. Она говорила, что ради мира во всем мире она готова встречаться с Саддамом Хусейном. А как вы свое будущее видите? Потому что я так понимаю, что вы отреклись от того, что было в прошлом. И я сегодня услышала, что вы несколько сожалеете, да? Я не сожалею. И не отреклась. Прошлое так. Это прошлое, и так. Никуда от него не денешься. Честно скажу вам, у меня нет такого сожаления. Я еще раз повторюсь, я говорила кому-то, что я бы больше сожалела, если бы мой ребенок умер от голода.
И если бы я ему не дала самого необходимого. 18 лет я не могла ничего дать своему ребенку. У меня не было ни образования, у меня не было помощи материальной от родителей, у меня ни от кого не было помощи. Я осталась одна со своим ребенком. Я должна была что-то делать. Чем сегодня? Работать. Меня бы не взяли, во-первых, работать, идти копать картошку. Я бы много накопала картошки, чтобы прокормить своего ребенка. Не было времени думать. Обеспечить и мужа еще, который сидел в тюрьме, которого тоже нужно кормить. Сегодня вот как вы зарабатываете на жизнь? Сейчас я не зарабатываю, муж обеспечивает. Я работаю, да. Муж занимается вот подобными съемками для порно-сайтов. Эти фотографии украдены с обыска в 2003 году. Как они попали к вам? Я знаю, снял откуда. С интернета. Вот перед июнем, когда это все началось, полный интернет моих фотографий и Настиных. Откуда они взялись? Мой рабочий сайт исчез с просторов интернета абсолютно. А пускай следствие и разберется, но непредвзятое, которое должно заниматься, а не покрывать вас, представители порно что еще не разобрал бизнеса. Саша, вы поймите, пока нет решения суда, то, что вы сейчас говорите, это основание для иска чести достоинства. Пожалуйста, задайте. Саша, я вас реально оскорбляете сейчас мою клиентку. Найдите мужество подать иск против меня. Саша, вот сейчас вы позволили бы, потому что вы сейчас говорите, что зарабатываете на жизнь. Да. Если в случае вы почувствуете, что вы не можете достойно содержать свою семью, вы позволите Насте вот снова зарабатывать таким образом? Честно говоря, нет, об этом сейчас речи не идет. Настя не снимается в порно точно. Но она не может не сниматься как фотомодель. Это вот ее призвание. Она фотомодель. Была фотомоделью изначально. Ну что, друзья, вся эта история закончится. Извините, Юлечка, я прошу прощения, да, сейчас начнете эту фразу. Вы знаете, вот я внимательно слушала, потому что вы задали вопрос Насте насчет того, как она видит свое будущее. И есть ли какие-то высокие цели, к которым она стремится? Я, например, не услышала ответа на этот вопрос. Мне было бы, я понимаю, растить детей, да, но вот какую-то карьеру или, может быть, что-то, не знаю, стать поэтом, художником, артистом, кем-то еще. Ну, то есть, какую-то высокую цель вы поставили перед собой, я так и не поняла. Потому что я на вашей стороне, и мне хотелось бы услышать, как... Укрепиться в правильности выбранного, мнения. Сейчас, на данный момент, я воспитываю детей, и, если честно, настолько устала. У меня просто ребенок очень беспокойный. Он не спит ночами, и сейчас моя цель выспаться, честно. В будущем, да, я думала, я бы хотела бы попробовать себя в роли просто эротической актрисы. То есть не порно. Может быть, в дальнейшем просто актрисы. Актриса. Во всей этой истории есть романтический финал. Вот в истории ваших отношений. Мы сейчас покажем свадебные ваши фотографии, потому что долгое время вы жили гражданским браком, да? Давайте посмотрим, что сподвигло вас, почему вы решили, вот расскажите нам про эту свою историю. Всегда мечтала о красивой свадьбе, всегда с детства мечтала о белом платье. Так, у нас мы были расписаны, было тоже очень романтично в тюрьме расписывали. Расскажите, как было дело? Это была формальная роспись для того, чтобы нам могли дать свидание. Вот это ваши дети, да? Я никого не собираюсь судить. Каждый человек сам в ответе за свой путь жизненный. Все имеет, наверное, право быть в этом мире. Но не надо забывать о том, что когда-то за все придется отвечать. И дети иногда отвечают за поступки родителей. Я бы хотела, чтобы Настенька об этом не забывала. А Насте я бы хотел... Вообще, я в принципе считаю, что мы с вами сегодня свидетели очень сильной и во многом... непростой истории жизненной вот этой вот семейной пары. И, честно говоря, я искренне им желаю, чтобы все их неприятности на этой прекрасной ноте, когда пойдут титры, взяли и закончились. Спасибо. Как-то в интервью одну очень известную актрису спросили, а как вы реагируете, когда о вас пишут не совсем лицеприятные вещи? На что она сказала, мне уже давно все равно, но у меня есть дети и внуки. Вот я очень хотела бы, чтобы мы все, совершая разные поступки в нашей жизни, думали о том, что наши близкие все это могут прочитать, увидеть. И наша главная задача – не ранить их. Церас Берполёте. Вдавите нас на телеканале «Интер» с понеділка по п'ятницю. На все добре. Вони повернулися, щоб забрати собі золоті ворота, картини з музеїв та цілі квартали. Це...